И снова здравствуйте, всем привет. Итак, по вопросу, значит, почему именно РИК, а не другие настройки, значит, вот этой пачки сигарет. Давайте посмотрим. Если мы сейчас удалим, ну давайте Delete, удалим РИК. И все это дело, конечно, можно сделать побыстрее. Так, сейчас я камеру отключаю. Лифт тоже долой. N панель. Скрин коски. Подготовочка такая. Значит, выбираем пачку сигарет и нужно вот это все дело отделить. Так, Edit Mode. Выбираем пачку, вот эту верхнюю часть нашу, делаем P, английская Selection, отделяем. Object Mode, переключаемся опять вот в такой вид. Так, привязываем нашу пачку Set Geometry. И смотрите. Есть вариант, конечно, еще быстрее. Выбираем вот эту вот пачку, верхнюю нашу крышку, да? Shift, правая кнопка мыши, переносим Pivot. Сзади сейчас мы его подкорректируем. Так, все, установили Pivot. Так, тройка на NumPad, вот сюда его, на закрутку. Вот так как-то посередине. Вот проблема тоже, да? Так, ладно. Семерка на NumPad. Попробуем вот таким вот образом. Так, смотрим. И уносим его единица на NumPad вниз. Давайте. Поровнее. Смотрим, куда он вообще стал. Где он вообще находится. Вообще, видите, не в той дуге. Ну ладно, попробуем вот таким образом. И под низ тогда его. Бац. Как-то так. Должен сработать. Так, тройка на NumPad. И привяжем вот эту всю штуку, значит, к 3D-курсору. Теперь включим транспоз и, конечно, можем его бац так закрыть. Так, давайте сначала выберем сигареты, заложим их назад. Вот таким как-то образом. Теперь крышку мы перекрутим, закроем. Теперь выберем Add. Обязательно придется нам вязать к чему-то всю эту пачку. Это empty. Добавляем empty. Уносим ее куда-нибудь. Давайте к низу. Так, теперь empty привяжем к 3D курсору. Вот к этой нашей точке. И пропишем, значит, все это дело. Выберем все это разом на первый кадр и локрот. Выберем нашу крышку, на 10 кадр поставим, все откроем, все нормально, пропишем и локрот. Теперь можно выбрать сигарету. Так, вытаскиваем ее. Ну давайте на 20 кадре. Вытаскиваем нашу сигарету и локрот. Следующую сигарету вытаскиваем чуть поменьше. Это уже будет, ну давайте на 30 кадре. Или повыше ее давайте. И локрот. Так, пропишем, значит, полностью и локрот. Все наши вот эти пачки, ну, все детали. Так, бумажку тоже и локрот. Ну, в принципе, все нормально, да? Можно сделать теперь анимацию возврата, зеркалку. Ну и смотрим, что получилось. Так, крышка у нас, видите, чуть-чуть конючит на каких-то кадрах. Почему? Потому что N-панель. Нужно здесь теперь блокировать вот эти вот локации. Смотрим,
на этой локации такая штука, значит, это будет по иксу, да? Икс, игрек. Закрываем на пачку. И тогда у нас все будет нормально закрываться. Вот, если сейчас мы с любого угла вот эту штуку мы сначала выровняем. Семерка на нампаде. Видите, тут все перекручивается по осям. Так, единица на нампаде. Ну, как-то так-то, да? Тройка на нампаде. И здесь теперь блокируем вот эту штуку. Работа по другим осям. Ну и чуть-чуть приоткрываем. И полукрот. Смотрим, что у нас тут сверху. Семерка на нампаде, чтобы не было никаких искривлений. Ну, чуть-чуть какой-то казус на вот этом кадре на четвертом идет. Выставляется все это сразу. Так, и по ротации. Почему это все перекручивается, да? Так. Потому что нам теперь ротацию нужно прикрыть. Вот эти оси X, Y. И прописать и локрот, допустим. Так. Здесь теперь придется выравнивать. На каком-то кадре подгадывать. Так, Ctrl-Z. Оси теперь работают по-другому. Так, а ну-ка, по-моему, по этой оси. Да. Оставляем Y. Не ту ось оставил. Так. Y оставляем. И прописываем еще вот эту штуку. Чуть-чуть выравниваем. Вот есть, видите, вот эти вот геморрой вот этот. А ну-ка. Так. Подгадываем. Семерка на нампаде. R. Чуть-чуть выравниваем, допустим. Ну, это как для объяснения, почему я вот этой штукой не пользуюсь, да? Ну, все, вот тут вроде бы все понятно. Вылазит, все залазит. Выбираем, по какой оси, значит, чтобы не крутиться. Это значит, по иксу она не должна крутиться, ротацию делать. И, значит, если вот так смотреть, то по Z. Так, Ctrl-Z. Тестим, значит, не по Z, а по Y. Не по Y, а по какой тогда? Так, а ну-ка, это тоже крутится во все тяжкие. Так, а ну-ка, Ctrl-Z. Ну, в принципе, ладно, не буду это, а ну-ка, вот так потестим, значит. Она не должна крутиться, ротацию делать по иксу, потом ротацию не должна делать по Z. Короче, она ротацию вообще не должна делать, да? А ну-ка. Все, тогда у нас она не будет работать. Ну, такая шняга шняжная. Ctrl-Z, ладно. Не суть вопроса. Во-первых, ладно, все, анимация сделана. Какая-никакая. Простенько, быстренько, да? Выбираем теперь пачку сигарет. Что-то все отвязано. Надо теперь Ctrl-P. Ну, давайте Object. Опять же, все детали Ctrl-P, Object. Привязываем сигареты. Так, это все к empty. Ctrl-P, Object. Смотрим, если сейчас мы empty будем двигать. Так, одна сигарета не привязалась. Ctrl-P, Object. Все, вот теперь мы можем работать пачкой. Все, пачка вроде бы с анимацией, все, зашибись. Ну, для такого вот
ролика для рекламы, там что-то, да, нормально, можно здесь все это дело делать. Но если мы добавляем персонажа, давайте добавим к пачке персонажа. Так, не этот файл. Вот есть у нас теперь все, персонаж Клейтон. Все, у него анимация, значит, это с миксама. Курит. И вопрос. Анимация есть. Но чтобы теперь подставить пачку сигарет, нам нужно заходить в Object Mode, выбирать пачку и уже в Object Mode ее подгадывать. Ну, согласитесь, это ну, не есть хорошо. Перекручивать каждую сигарету, там еще как-то ротации, херации, это, короче, будет геморно. Мы просто выбираем персонажа, выбираем наши косточки пачки сигарет и заходим в постмод. Все, у нас есть управляшка, значит, пачкой сигарет. Сейчас мы ее найдем. Вот она, кругляшок. Так, единица на нампаде. И вот мы пачку сигарет можем теперь уже в сцене подгадывать, подносить сюда, подставлять даже ну, к руке. Семерка на нампаде, допустим, R. Все это дело перекручивать, подгадывать, G переносить, подставлять. Еще под разными ракурсами G крутить все это дело. Ну, вот видите, в чем неудобство. S уменьшать можем пачку сигарет. Семерка на нампаде открывается, она в другую сторону. Значит, мы ее перекрутим. Вот так вот. Смотрим, что да как. Вот таким вот образом. По-моему, тут открывается, да. Прописываем все это дело. А, локрот. Выбираем, вот, допустим, анимация сигарет. В принципе, нам вот это уже не понадобится. Надо было сразу, конечно, удалить. Протупил. Теперь, на каком кадре он достает сигарету? Ну, видите, тут еще анимация вот, миксамовская. Лучше делать свою. Брать как образец, допустим, вот эту анимацию. И уже под эту анимацию делать свою. Так, вот. Пачка сигарет. Видите, она теперь будет уходить. Мы можем выбрать такую штуку. Ну, здесь уже, если бы в общей был... Ну как, в общей сцене с пачкой сигарет было сделано, да? Было попроще. Ну а тут придется ее, значит, R, так, Ctrl-Z, выбирать вот эту вот косточку и постоянно, значит, подгадывать. Лучше пачку сигарет, если что-то вы будете делать, какие-то анимации, делать в общий риг. Получается, вот к этому ригу добавлять еще риг пачки. Тогда мы можем работать с костями, выбирать, допустим, кость пачки и привязывать к кисти руки, и она будет постоянно в руке. И делать вот такие анимации, где он движется или берет пачку, это одна анимация. Потом, где он уже закуривает, это второй кусок анимации. И так будет проще делать. Ну ничего, вот допустим, мы опять ее тут подкрутили. Конечно, она будет плясать теперь, если вот так вот постоянно перепрописывать. Нужно ее потом будет шлифовать постоянно. Видите, чуть-чуть на каком-то кадре тоже надо прописывать, где она будет находиться. Так, ну ладно, давайте вот он пропишем. Держит типа и пачку. Так, где он тут достает сигарету? Вот, видите, у него рука, вот эта рука, или вот эта рука, G, должна вот быть здесь. И доставать вот эту
сигарету. Ну и голова, конечно, лучше, чтобы смотрела на саму эту пачку. Вот так было бы лучше. Все это дело вы прописываете, допустим, А и Локрот. Так, теперь что? Он должен... О, видите, опять же, многовато. Так, как-то так. И Локрот. Теперь нам нужно выбрать крышку пачки сигарет. Так, по-моему, желтая, да? Мы ее открываем. Но опять же, тут можно отключить, значит, в боковой панели верчение по осям. Ну вот он, допустим, значит, R пачку все-таки открыл. Так, и ну, давайте А и Локрот. И на каком кадре он должен достать ее, допустим. Здесь он уже сигарету подносит ко рту, значит, вот где-то здесь он ее достает. Видите, в чем неудобство именно до доделывания, значит, какой-то анимации. Вот если бы сейчас ее полностью, ну, даже взять как пример вот этого персонажа, и писать полностью сразу свою анимацию, но это будет лучший вариант, чем вот это доставлять, подгадывать, вот эти переписывать все руки. Гляньте, сколько кадров вам нужно будет переделать, переписать. Не проще ли это, ну, потратить это время на прописку своей анимации? Ну вот, надеюсь, вам будет понятно, для чего я вставлял риг, а не использовал просто кручение-верчение. Вот. Вот для таких именно анимаций. Ну, во-первых, вставляется риг в пачку быстрее, чем, допустим, в лук для лучницы. Все это дело подготавливается полностью сцена. Сцена идет, допустим, вот у вас персонаж, ну там в А-позе, да, и потом у вас выходит. Так, G. Вот здесь будет находиться, допустим, пачка сигарет. Это вот базис такой. Потом, если ему еще что-то нужно, то можно здесь вот все это дело сбоку. Пусть будет. Потом уже это допрописывать, перепрописывать, подкладывать к нему, если там он будет ружье поднимать с пола или еще какую-нибудь штуку. Словом, все, что по Клейтону или вот по вашему персонажу, ружье. Потом вот эта пачка сигарет, если там присутствует книга, должна быть книга. Это желательно делать в одной, значит, сцене. Почему? Потому что линковать, ну, не получится так прописывать на удаленке, допустим, пачку сигарет и Клейтона. Потому что пачка сигарет находится именно рядом с ним. И подгадать это, ну, это невозможно. Так, теперь что еще? Ну, если по персонажке, как я показывал, два персонажа, то можно две сцены сделать. Это меньше нагрузка будет в сценах. И линковать. Ну, надеюсь, объяснил. Возможно, понятно. Все, всем пока, до свидания.